Друзья, именно таким образом выглядит сейчас первый корпус жилого комплекса Касабланка. Вот такой вот красивый он. Всем привет, друзья, с вами Павел Морозов из города Сочи. Стартовала вторая очередь продаж в жилом комплексе Касабланка. Это пятые и остальные корпуса, которые будут расположены чуть выше. Это вот там и вот здесь на пригорке, здесь все будет застроено. Об этом мы подробно говорили с Антоном Михайловым, и я хотел тоже высказаться на своем канале, потому что мне поступило несколько звонков, и я решил ответить сразу всем в видео, чтобы не было никаких недоговоренностей, недопониманий и так далее. Выскажусь по поводу цен, выскажусь по поводу, кому этот объект подойдет, и вообще об инвестиционной привлекательности и так далее. Для тех, кто смотрит информацию по жилому комплексу Касабланка в первый раз, я в двух словах расскажу, что это за комплекс вообще, да, концепцию и о застройщике пару слов. Вообще, жилой комплекс Касабланка, друзья, это закрытый комплекс, состоящий из нескольких корпусов клубного типа, трехэтажечки, с хорошей отделкой от застройщика ARS Group. Ребят, сейчас покажу, как отделка выглядит, чтобы у вас понимание было вообще по самому дому, по уровню и по качеству. Смотрите. Отделка очень хорошая, то есть входная группа алюминиевая, хорошие домофоны, хороший керамогранит, плиточка хорошая, обязательно продуман пандус в каждом корпусе, это немаловажно. Внутри также отделка нас радует, ребят, хорошая штукатурка на стенах, как вы видите, да, и такие перила качественные, интересные. Вообще этим отличается застройщик ARS Group, друзья, и это не может не радовать. Свет включаются автоматически, двери не нужно менять, они такие достаточно хорошие, тяжеленькие, приятно даже потрогать. Это что касается отделки. По застройщику, друзья, это ARS Group, друзья, очень крупная компания, которая строит не один комплекс на побережье, уже построила и сдала, а также строят Мадрид 4, Мадрид 5 и другие. Всегда отличается хорошей отделкой, качеством строительства, такой основательностью, темпами и так далее. Теперь по поводу концепции комплекса, в двух словах еще скажу. Ребят, здесь, значит, это будет закрытый касал-комплекс клубного типа. Также здесь будет бассейн. И из многих квартир есть вид на море, что, в принципе, позволяет вам отсюда никуда не выходить. Теперь касаемо пятого корпуса. Друзья, пойдемте посмотрим, что это за комплекс, за корпус, где он расположен. И поговорим о его преимуществах, недостатках и о ценах. Вообще, друзья, посмотрите, это первый корпус, это второй корпус. Первый и второй корпус, пожалуй, с лучшими видовыми характеристиками. Третий корпус, четвертый корпус расположен между двумя корпусами морской симфонии. Уже виды похуже там. Друзья, находимся сейчас мы около четвертого корпуса. Вот он. Так выглядит на данный момент. Там два корпуса морской симфонии, и между ними как раз он стоит. Это третий корпус морской симфонии. Получается, это уже восьмой корпус, получается, ЖК Касабланка. Здесь пятый, шестой будет там располагаться, седьмой чуть повыше. И это уже восьмой корпус. А там за ним будет десятый и одиннадцатый корпуса. Так вот, друзья, на данный момент хочу сказать, что в пятом корпусе, который стартовал в продаже, как раз вот именно этот корпус, да, он пока еще не готов. И здесь даже, ну, то пока еще земельные работы ведутся. Как вы видите, работает техника, забуриваются сваи. Вот, и в восьмом корпусе гораздо уже больше видно этап работ. Вот. Несмотря на то, что выходной день, ребят, работы ведутся очень активно, огромное количество людей на стройке. И это радует на самом деле. Этим и отличается застройщик ARS Group. На всех его объектах все строится очень хорошо. Ребят, касаемо пятого корпуса, мое мнение, смотрите, он будет расположен вот так вдоль забора, вот таким образом, да. Кому интересно, я планировочку отправлю, там все и планировочные решения, и посадка домов. Напишите мне на WhatsApp, я вам покажу, где какие корпуса будут расположены. Вот. На мой взгляд, это не самый интересный корпус далеко, потому что как такового вида у него никого не будет. Видите, вокруг лес, морская симфония, в обратную сторону тоже лес, как бы пригорок. То есть, ну, фактически вида там особого не будет, но там тоже есть интересная площадь, сейчас расскажу почему. По поводу инвестиций, ребят, вот некоторые блогеры говорят здесь, что инвестиции здесь будут достигать там 40-50%. Ребят, хочу сказать, что здесь уже цены 107-110 тысяч рублей за, получается, за квадратный метр. И, конечно же, здесь говорить об инвестициях ферических, там даже до 50-40% я бы не стал. Здесь будет
вообще это уже рыночная цена, ребята, приближена к рыночной цене на самом деле. И я вам скажу так, здесь будет рост цены, но минимальный. Процентов 15-20, ни о каких там 40-50% здесь речи и быть не может, потому что АРС, как правило, не дает зарабатывать на своих объектах, и надо такси. АРС не дает зарабатывать на своих объектах, и, как правило, были инвестиции только на первом корпусе, когда люди покупали по 75, по 78 тысяч рублей и говорили, что это дорого. Но мы им говорили, что это недорого, это очень выгодно, и, в принципе, сейчас те, кто купил у нас, они, в принципе, очень довольны, когда цена подросла до 110 тысяч рублей. Здесь, ребят, концепция такая. Есть квартиры с придомовой территорией, и именно эти квартиры нужно брать. Если вы хотите заработать порядка 15-20%, заработок будет. Но опять же, это условно несколько квартир, вот угловые, которые имеют придомовую территорию большую, порядка 40 квадратов, да, сама квартира площадью там 30 квадратов, а у нее придомовой территории еще 40 квадратов, да. И также вот эти маленькие малышки, которые торцевые и вот имеют придомовую территорию свою, они стоят по 2 миллиона, и именно эти квартиры будут расти в цене. Не намного, они где-то будут стоить 2300, 2400, ну до 2,5 миллионов, но тем не менее рост цены здесь будет. То есть вот именно так можно здесь заработать. Это как раз, как говорится, надежность застройщика, это сроки, это клубные дома, это бассейн, это квартиры с придомовой территорией, то есть именно ходовой товар. Но принципиального заработка какого-то колоссального здесь уже, наверное, нет и не будет. Потому что застройщик АРС, он не даст просто-напросто заработать людям. Вот именно на этом уже корпусе и на следующих, если цены будут сохраняться на таком же уровне. Заработок здесь был хороший только в первом, втором корпусах. Это что касается стоимости и инвестиций, друзья. Ну а по поводу, кому подойдет этот комплекс, вы сами можете сделать выводы. Я думаю, что вы без меня лучше разбираетесь, кому этот комплекс подходит. От себя скажу, что комплекс подойдет тем людям, кто хочет приехать отдохнуть на длительный срок, например, не на 2 недели, а там на месяц, 2, 3, 4, пожить здесь, да. Здесь такая самодостаточная территория с бассейном, со всеми делами. Можно отсюда даже не выходить. Неплохая локация вокруг, получается, ну, элитный комплекс, я считаю, это бизнес-класс, симфония. Вокруг лес, хорошее тихое место, друзья. Вокруг коттеджи, в принципе, достойный объект. Это было мое мнение касаемо второй очереди и старта продаж 5-го корпуса ЖК Касабланка. Всем желаю добра. Встретимся в комментариях. Если согласны со мной, ставим лайк. Если не согласны, ставим дизлайк. Посмотрим, сколько нас. Всем добра, хорошего настроения. Побольше денег, друзья, и здоровья вам, вашим близким. Всем пока.